А сейчас предлагаю найти x. Внимание! Левая часть равенства отношения. Правая часть равенства отношения. Равенство двух отношений называется пропорцией. В данной пропорции неизвестен крайний член. Поэтому, чтобы найти крайний член, мы должны найти произведение средних членов 30 на 54 и разделить их на известный крайний. Или другими словами, x к 30 равно 54 к 40. Крайние члены, средние члены. Чтобы найти неизвестный крайний, мы должны перемножить среднее и разделить на известный крайний. Х равен, сократим 30 и 40 на 10. Сократим 4 и 54 на 2. 27, 2. Имеем 3 умножить на 27, 81. Знаменатель 2. Выделим целую часть. 81 разделим на 2. Это 40,1. Ну или можно записать, что это 40,5. Неизвестный крайний член найден.